специальное предложение дня сегодня – это бамбуковый сад, комплект штор, который сможет изменить внешний вид окна. А как это важно сейчас, когда морозы шагают по всей нашей стране. Если вы хотите, чтобы ваша погода в доме изменилась, лучше прямо сейчас вооружаться телефоном и делать свои покупки. Ведь специальное предложение дня – это самое выгодное предложение в течение суток. Ну и лично я, Юль, просто очарована и околдована оттенками наших штор. Бамбуковый сад. Ой, Аришенька, я думаю, что ты будешь очарована и околдована еще больше, когда я расскажу тебе о том, что эти шторы непростые. Они зеленого цвета, здесь цвет малахита, цвет изумруда, цвет 2017 года. Поэтому, выбирая сегодня замечательный бамбуковый сад, вы делаете ваш интерьер в первую очередь самым современным. То есть, если вы следите за тенденциями текстильной моды, я думаю, вас это порадует, ваш интерьер будет на пике популярности. Ну что ж, пойдем в ногу со временем, уже в наступившем 2017 году. Подарите себе кусочек лета этих невероятных оттенков зелени с нашим комплектом штор «Бамбуковый сад». Цена сегодня 3199 рублей. Это самое выгодное предложение и отличная возможность для первой покупки. Для тех, кто еще никогда не делал заказы с нами, решайтесь. Меняйте внешний вид своего дома, меняйте его погоду, а значит и настроение. Но лично я, Юль, уже удивлена оттенками, потому что мы привыкли с нашими постоянными телезрителями, что фотошторы у нас бывают, да, но бывают матовые, а здесь они сияют, будто драгоценные камни. Да, здесь роскошная ткань под атлас, она очень плотная, с потрясающим фотопринтом, и, наверное, вы уже заметили, и мне это очень понравилось, поэтому сегодня наш бамбуковый сад спецпредложение, что у нас есть эффект ламбрекена из гирлянд цветов, здесь потрясающие астрочки и хризантемы, очень красивые шторы, действительно с летним настроением. Добавьте его в свой дом, вы сделаете вот свой уголочек лета, организуете для себя вот такой оазис свежести, тем более, что эко-стиль, то есть экологический стиль в интерьере в 2017 году самым главным стилем является в украшении домов и очень будет популярен. Ну вот раз заговорили про интерьер, у многих будет вопрос, а если светлая мебель, а если темная, если обои, вот впишется ли этот эко-стиль в разные стили интерьера? Что такое эко-стиль? Это, Ариш, это природные оттенки, это изображение цветов, это природные элементы, в данном случае это стебли бамбука и потрясающие гирлянды из цветов. Цвет зеленый, конечно же, впишется в любой интерьер, цвет, который считается самым универсальным, самым энергетически положительно заряженным, который будет дарить радость, настроение, положительные эмоции. И, конечно, он очень хорош, то что здесь именно натуральные тона. Поэтому и к светлой мебели, и к темной мебели, причем в любую комнату, будь то гостиная и будь то спальня, подойдет этот замечательный зеленый оттенок. Выбирайте сегодня специальное предложение дня. Шторы «Бамбуковый сад» по цене 3199 рублей. Универсальное решение для украшения каждого дома. Вы всего в одном шаге, в одном бесплатном телефонном звонке от приобретения нового интерьера, нового настроения, нового ощущения собственного дома. Вы посмотрите, как сияют наши полотна. Это же переливаются драгоценные камни, малахит, изумруд, и все это на одном комплекте штор. Но, Юль, что я еще для себя оценила, что у нас два полотна, а в магазинах очень часто фотошторы идут одним большим полотном. Но, знаешь, это чисто неудобно, если комната с балконом, или, например, если нужно, да, там, полить какие-то цветочки, всегда приходится доплачивать, чтобы потом эти шторы разделить. Мне тоже очень нравится, что это комплект штор, готовое дизайнерское решение из двух полотен уже сразу на шторной ленте. Конечно, все полностью обработано, и края очень хорошо обработаны. Ничего подшивать не придется, ничего отрезать не придется. Стандартные размеры, здорово, для типовой квартиры тоже подойдет. И правда, не то, что выгодно. Выгодно это да, с точки зрения финансовой, но еще действительно с бытовой точки зрения очень удобно, что два полотна. Подойти спокойно можно к балкону, полить фиалочки, любимые дома. Форточку открыть! Да, форточку открыть, опять же. И, конечно же, два полотна всегда здорово, потому что мы можем менять форму штор. Шторы шикарно драпируются, ткань прям струится, как вода. Конечно, она завораживает. Ой, правда, водопад из ткани, размер каждого полотна. Обратите на это внимание, 220 на 270. Это буйство оттенков зелени, это сияние ткани, которая украсит ваше окно. А номер для того, чтобы сделать покупку и изменить свой дом,
всегда бесплатный. Многоканальный, звонить можно с любого телефона и с любого региона. Но помните, есть хорошая поговорка: кто встает рано, тот поступает мудро, потому что вы самые первые забираете специальное предложение дня. Но, Юль, вот мы с тобой поговорили о красоте, об универсальности решения как к карнизу, так и к интерьеру. Но вот как быть с практичностью? Все-таки, вкладываясь в интерьер, хочется повесить шторы и забыть о них, вот чтобы они просто радовали глаз. Конечно, поэтому я выбираю практичные предложения для практичных хозяек. Вот такая ткань, атласный Оксфорд. Он служит до 15 лет, без потери качества. То есть о чем я говорю? Даже яркий, активный солнечный лучик летом не сможет повлиять на краситель. Это активный краситель нового поколения, очень хорошо сидящий в тройном плетении современных полиэфирных волокон. То есть посмотрите, какая крепость. Посмотрите, насколько четкий и яркий фотопринт. Вот это, конечно, меня тоже очень порадовало при выборе спецпредложения. Поэтому висеть будут на солнечной стороне, будь то гостиная, будь то спальня. Потом переедут в загородный дом и все время будут радовать вас именно первозданной вот этой сочности и красочности. Посмотрите на эти сочные оттенки зелени, природные оттенки, эко-стиль в вашем интерьере. А главное, вы еще и пойдете в ногу со временем. Но, Юль, ты описываешь столько комнат, столько практичности. Ну вот в среднем сколько такие шторы могут провисеть? Вот 10-15 лет. Я говорю, что даже минимально эту границу я называю. 10-15 лет. Может, и больше. Я вот сейчас предлагаю, вы поделите цену 3199 рублей на 10-15 лет. Такие шторы окупят себя, окупят свое вложение как можно скорее. Но и не забывайте о бесплатной доставке от самозаказа 4900 рублей. Вы сегодня этим утром уже можете пополнять свою корзину, менять свое представление не только о покупках, но и об интерьере. Потому что прямо сейчас вы еще и получаете консультации дизайнера, нашего эксперта Юлии Колосовой, который помогает вам, не выходя из дома, впускать теплоту, впускать уют и, конечно, менять ваш дом, преображать его. И преображать именно современным шиком. Вот это мне хотелось передать через наше спецпредложение дня. Если вы следите за тенденциями текстильной моды, знайте, что сейчас, прямо сейчас, здесь, в уютном доме, в лице нашего прекрасного спецпредложения дня бамбукового сада, вы приобретаете самый современный интерьер. Вы можете похвастаться этим смело перед соседями, перед гостями. Трендовый цвет года будет висеть на вашем окошке вот в таком атласном исполнении. Роскошные двухметровые портьеры, струящиеся как потоки воды. Очень красивым будет ваш интерьер. Современным, неординарным, неизбитым. Мне хотелось сделать для вас что-то особенное после новогодних праздников. Будьте первыми, в чьей коллекции, на чьем окне появится новое украшение. Специальное предложение дня. Комплект штор «Бамбуковый сад». Это отличная возможность для первой покупки и для преображения своего дома.